Еще один день. Тут я копал уже раньше. Все позамерзало, все поля перепаханы. Остались такие места до леса. Вот. Первая находка. 15 копеек 1980 года. Средь мусора. Видно слой пожара, ну, углей сгоревшего здания, скорее всего. Берем в копилку. Еще находка заурядная. Шинельная пуга немецкая. Заросла. Ходил же тут, блин. Сильно не прислушался, наверное. Сигналов еще море. Прошился на новую версию. Ну, беркут прошил. Стал как-то более глючно на максимальных настройках работать. Приходится снижать. Ну, это в аналоговом режиме глючно. А в простом нормально. Такая вот пуговица. Копилка. Находка. Защелка от фляжки. Как я понимаю. Только почему-то она железная. Уже защелка была железная, фляжка алюминиевая. Ха. Ну, сгнило конкретно. Не берем. Гуси летят куда-то. Так, у меня вот эта ямка и вот находка. Немецкая вроде. Да, один фенинг. Цинковый вроде. Не сильно пожевала его землица. Сохран более-менее, видно все. Окислов нету. Год 40 какой-то. 42-й. Берем рядом возле закопанной ямы. Еще сигнальчик зацепился. Снова немчура. Один фенинг. Ну, тоже более-менее сохран. Хотя бы надписи видны. Сзади не так хорошо все видно. Да. Берем в копилку. Находка следующая. Ломба какая-то. Надписи видны. Некоторые. Но разобрать пока не представляется возможным. Проволока была, но она еще осталась гнилая внутри.
копилку. Находка великая, глубоко лежавшая, посеребренная, то ли серебряная ложка. Похоже, что серебряная. А не, внутри медь. В общем, покрыта серебром. Да. Тут находили такие ложки. Только серебряные полностью. Еще глянуть, может, есть что-нибудь там. Ну, глубина была приличная. Чуть больше штыка. Еще какие-то запчасти. Ага. О. Может, я ее разломал? Не, она была поломана. Обычное столовое серебро. Типа. Есть штемпсель. Велнер. Да, веселуха. Серебряная не развалилась бы так. Так, что там еще? Может, какая кладуха за кладуха? Больше не слышно. Сигнал рядом с той ложкой. Чистый 73. Так, потерял. Сверху земля плотная, снизу мягкая. Наверное, дом или что-то в этом роде стояло тут. О, что-то выпало. Родилась на свет манитосина. Какая-то интересная, но легкая. 50 рейхсвингов. Да, первая такая у меня. Вообще вафельная. Тридцать пятый год. Ха! Сигналило так четко. Сохранилось достойно. Копилку. Хотя проверим, может, еще. Пусто. Находка еще. Мини-замочек. Душка сгнила. Остался корпус. Ну, какой-то декоративный, наверное.
Находка прикольная. Не находил таких еще. Возьмем. Еще какая-то мелкая находка непонятного назначения. Может, в часах стояла ли? В общем, непонятная штучка. Вроде больше ничего нету. Пусто, да. Такая штука.